Стало известно количество потерь личного состава и техники российских вооруженных сил в Украине. По данным Генштаба вооруженных сил Украины, в результате боев обезврежено 30 350 российских военнослужащих. Кроме того, атакующая сторона потеряла 1349 танков, 3282 боевых бронированных машин, 643 артиллерийских систем, 205 реактивных систем залпового огня, 93 средств ПВО, 207 военных самолетов, 174 вертолета, 118 крылатых ракет, 507 беспилотников, 2258 единиц автомобильной техники и топливных баков, 48 единиц спецтехники, 13 кораблей и катеров.